Всем привет, здравия и благополучия. Как вы знаете, что месяц назад мы разбанили всех хулиганов, которые нам всячески вставляли палки в колеса по неизвестным причинам, а по причинам, наверное, сугубо личного характера, или люди слишком эмоционально переживали все, что мы показывали на экране Ютуба. И после чего, для их же пользы, мы их забанили, потому что это длилось почти полгода, вот это вот какой-то срач непонятный, и все время тянули эти ребята на себя. Поэтому их забанили, сейчас мы их всех разбанили, кто бы против, и всячески это действовало на нервы нам, потому что они у нас тоже не железные, и сразу понеслась какие-то упреки, какие-то обвинения в том, что мы сами барыжим. Ну и давайте посмотрим, так ли это на самом деле, что такое вообще барыжничество, как понимать это дело. Например, барыжничество — это такая вещь, если какая чему можно вообще отнести барыжничество, потому что понятие это с давних времен, те, кто скупали краденое, то есть это скупка краденого, и это есть барыжничество с дальнейшей целью его перепродажи, то есть это скупается очень дешево и продается очень дорого. Также и в этом, в нашем деле барыжничество можно назвать то, когда покупают какой-нибудь китайский прибор, ну скажем, за дешево, приклеивают туда лейбл и продают его почти как оригинал. Ну, в данном случае этого нету, но сейчас такая тема получается. Получилось уже, что вроде бы цены присели благодаря нашим выпускам, но сейчас они опять поднялись на продажу в русскоязычном интернете этих девайсов. И теперь у них формулировка такая, что он переделал вот этот ярлык, переделан, то есть доработан, послужил опять поднятием цены на эти приборы. И я думаю, это что любой дурак понимает, то, что вот сейчас вот мы объясняем. И давайте посмотрим, что же мы имеем с этих приборов. Раскроем, так сказать, все карты. Потому что, ну, как бы говорят, что нам, мы делаем видеоролики, надо их содержать и так далее. Ну, давайте посмотрим. Вот мы открываем карты, вскрываем. Канал себе гуру. Почти 900 тысяч просмотров. На сегодняшний день у нас 3971 подписчик. Просмотров 35 тысяч в месяц. Время 115 минут. И доход от этих просмотров в месяц 13.09, минус YouTube, минус партнерка, минус налог. Не знаю, что за налог они берут. Ну, в общем, если выпускать 4-8 видео, то практически статистика не меняется. И, в общем, это ерунда какая-то. То есть вообще нет смысла этим заниматься, тратить время, потому что среднего качества ролик, ну, в смысле информационный, он занимает где-то, ну, блин, 3, может быть, 7 часов, а может быть и 2 дня он занять, если большая, ну, много информации, и она сменяется друг за дружкой. Чтобы вы посмотрели ее там 5-10 минут, нужно потратить 2 дня, потому что, ну, это, как бы, мы не придумываем, это все так этим занимаются, то есть все тратят примерно такое же время. То есть, как бы, монтаж, я считаю, особого труда, ну, как бы, не занимает, занимает время рендирования и обработки и глюков этих программ и ваших компьютеров, на котором вы это делаете. Так, теперь мы посмотрели по Ютубу, какие у нас заработки, то есть мы ничего не скрываем, пожалуйста, смотрите, нет проблем. В бане у нас никого нету сейчас, то есть у нас никто не забанен. Некоторые умудряются играться там с 3 аккаунтами, то подпишутся, то отпишутся. В общем, такой какой-то, ну, детский сад. Ну, может быть, это и дети этим занимаются, непонятно. Ну, нам на это абсолютно наплевать, то есть все у нас нормально, как бы ничего, никакие мы вещи не нарушаем. Железо заламывать не запрещено. Программы мы не распространяем, так что у нас все нормально. И теперь давайте глянем, что мы имеем по реферальной системе. У нас всего 281 реферал на сегодняшний день. Из них активные, наверное, человек 50, остальные зарефералились, ну, можно сказать, для галочки. Они ничего не покупают. Допустим, давайте посмотрим, сколько мы имеем с прибором. Прибор, ну, вот возьмем какой-нибудь, посмотрим, что мы имеем с приборов. Вот что здесь за покупки. В основном покупаются вот эти вот третьи. Цена его... Это уже новые, с новых магазинов. По нашим ссылкам ребята покупают. Давайте еще посмотрим. Вот здесь 2 бакса. Ну, видно, несколько приборов покупалось. Давайте вернемся сюда. То есть, что, как бы, хочется сказать. Ну, вот давайте сюда зайдем. А, плюс quality. Вот это, по всей видимости, одноплатный прибор. Давайте нажмем на него, перейдем по этой ссылочке. Да, это одноплатный светло-зеленый прибор. Теперь смотрите внимательно. Вверху есть такое окно. Проверка на филатность. Если вы зарегистрированы в VPN, то у вас, вот, я не буду там смотреть, видите, написано «да», «да», «активировать кэшбэк». То есть этот прибор, вот, который купили, мы с него получим максимум по этому кэшбэку, потому что филатный товар. То есть если товар не филатный, то мы такого процента не получим. Поэтому нам выгодно, чтобы люди покупали одноплатники. Это уже ясно, да? То есть мы возвращаемся назад, и получается у нас $4 с прибора. Тут же рядом у нас... другой приборчик. Нет, это шнуры. Ну вот, теперь я захожу на все ссылки на эти V3. И здесь мы смотрим,
Нет, он не аффилатный товар. То есть все наши ссылки, которые вот стоят под видео, это не аффилатные приборы. Ну, конечно, какой-то процентик там есть, и мы сейчас опять вернемся к этому делу. Ну, пойдем в последний какой-нибудь. То есть здесь заплачено 41 доллар 99 центов, и мы с этого имеем 80 центов. То есть, чтобы нам, вам стать нашим рефералом, достаточно просто. Я не знаю, почему постоянно все спрашивают, нажимая на ссылки, вы же на ссылки-то нажимаете, ребята, да? Вот, допустим, что у нас тут будет. Допустим, давайте остановим. Это уже новое видео вам сделано. Здесь, то есть вы переходите по ссылкам. То есть достаточно нажать на любую ссылку, перейти, нажмяк, вот нажать, и вы попадете на регистрацию. То есть по любой нашей ссылке вы заходите, регистрируетесь и становитесь нашим рефералом. Так нет. Вот здесь так у многих получается, что они не могут попасть. Давайте еще раз пройдем. Ну, надо тогда, наверное, зайти с какого-нибудь аккаунта другого и посмотреть, потому что я как бы со своего захожу. Давайте закроем это и зайдем с другого браузера, где никакой нет регистрации. Скажем, с Mozilla давайте зайдем. Возьмем YouTube. Ну, вот это серьезно, да, допустим, этот видео возьмем. И вот тут есть ссылочки, и мы сейчас по любой ссылке пройдемся, закроем это. Ну, вот, допустим, одноплатную. То есть здесь «Узнать подробнее» вы можете нажать, или «Жмяк». Регистрируетесь в VPN и становитесь нашим рефералом. Многие, считая себя умным, делают так, что они перенабирают ссылку вот эту вот, и потом нам пишут какую-то дичь типа того, что вот я зарегистрировался в VPN, а теперь, ну это, ну и потом, значит, зарегистрировался в VPN, и теперь прихожу по вашим ссылкам и становлюсь вашим рефералом. Ну вот это ваша фантазия, что ли? Вот нам непонятно. Ну зачем вы эту фантазию тащите сюда, еще задаете нам кучу массу вопросов, и потом говорите, что это поздно. Это не поздно, пожалуйста, скажите, я не понял эту вашу фигню, вот эту фигню я не понял, и обратитесь в техподдержку. Ну, конечно, вам уже трудно, вам же писать надо. А значит, тратить время нам, ну, писать свою галиматью, у вас это время не жалко, понимаете? То есть на другого человека это жалко потратить время, два движения пальцами, а значит, на себя любимому не жалко. Ну, естественно, у нас с VPN такой договор. Если вот так вот по нашим ссылкам будут переходить люди, и потом приходить к нам и регистрироваться мимо, значит, реферальство, то все вопросы, которые будут возникать у вас впоследствии, вы будете задавать EPN. Сможет ли он ответить на эти вопросы? Не сможет, это уже нас совершенно не волнует. То есть рано или поздно случится момент, и в любой момент мы вас проверим, являетесь вы нашим рефералом, если нет. Если не являетесь, и являетесь прямым рефералом кэшбэк-сервиса, вот к нему все вопросы задавайте. И это будет справедливо. Потому что здесь корячиться вот это вот, терять время на вот этот стёб, который вы тут устраиваете, ребятки, нам надоело уже, честно говоря. Не хотите, не регистрируйте. Хотите, но поскольку мы не делаем платную помощь, вот у нас такая система с рефералами. Есть, она приносит какой-то доход небольшой, и мы можем там содержать сайт, делать какие-то простые видео для вас, потому что никто напрягаться не будет за такие деньги, это любому идиоту понятно. То есть мы ничего на этом не зарабатываем, рефералами мы не хотим становиться. А тогда что вы хотите, чтобы вам в состоянии детей быть постоянно, что папа, мама, принеси, подай? Ну, этого такого не будет. Значит, долбайте форумы по 500, по 1000 страниц, ищите информацию, которую вы от нас получаете за одну минуту. Притом мы еще должны понять, что у вас случилось, потому что очень многие, они врут, они скрывают то, что они делали на самом деле. И мы тогда задаем встречные вопросы, понять, что у вас там все-таки происходит, или что вы там наколбасили. Поэтому с этим, я думаю, теперь будет все ясно. Вот то, что мы сейчас обсудили с вами, я думаю, что вопросов возникать не будет. Переходишь по ссылке, становишься рефералом и можешь нас мучить. Вот. Если ты этого не сделал, мы сразу в любой момент с третьего, с пятого вопроса спросим, вы наш реферал, вы ответите, если вы ответите да, тогда мы будем проверять вас. Если вы наш реферал, тогда значит мы будем. То есть мы с ИПН уже очень много у нас было конфликтов там, они у нас уже знают на это самое, сразу предоставляют информацию, так что можете не переживать. Ну, так как вы потом будете, они вас будут переводить, потому что вы совершаете покупки, это все накапливается, как уже там это денежные вопросы, то есть вы будете этот вопрос от нас получать полгода, пока вы не станете нашим рефералом. Поэтому это лучше сделать сразу и не мудрить ничего. Потому что мне, например, было бы лень перенабирать ссылку и заходить туда как основным лицом. При этом вы абсолютно ничего не теряете, ни цента, если то есть регистрируетесь по нашим ссылкам. Абсолютно ничего не теряете, просто нашему каналу идет поддержка маленькая. Вот. Если вам как бы на это наплевать, тогда нам наплевать на и все остальное. Потому что тогда давайте будем получать платные курсы. Я думаю, что вы не очень этому обрадуетесь, потому что цены у нас не дешевые. Да, вам все объяснят, покажут, с вами свяжутся по скайпу, все на ваших глазах сделают, проблем нет. Но вы будете платить там 15-30 долларов как минимум. Ну и теперь вернемся к такому еще вопросу, тут возникал, что не могут такие дешевые приборы нормально работать. Ну, во-первых, мы не заставляем вас покупать эти приборы. Мы вам показываем, что они у нас работают. А как они будут у вас работать, мы не знаем, потому что мы не в курсе того, что вы делаете с этими приборами.
как вы подключаете, какие программы вы применяете, что с этими программами делаете и так далее, там и тому подобное. Там. То есть в диагност вы или вы для себя это купили. То есть эти все вопросы мы будем, когда у вас возникнут проблемы, будем вам задавать. И это не для того, чтобы там выудить с вас вашу секретную информацию, а для того, чтобы понять, что вы творите с этим всем делом. Потому что, например, чип-тюнингистам им только нужно ошибки двигателя стирать. Они в основном ничего не смотрят, понимаете? Это в процессе уже работы они там что-то начинают понимать. А, допустим, научить подпаиваться к микроконтроллеру и закачивать туда флеш, это не так много образования надо, я вам скажу, ребят. Поэтому мы как бы вот у нас сейчас, мы сделали типа школы диагноста, и это и основной отправной точкой является сама диагностика вот эта дешевая, которая, по вашим словам, ну не может она нормально работать. А или, допустим, она 40 долларов, а 80 долларов это уже значит получается, по вашим словам, это нормальная диагностика, и она хорошо работает, да? Ну я вот вам скажу, ребята, совершенно это 80 долларов это тоже очень дешево, между прочим. Суть от этого не меняется. Суть меняется в том, что вы за 80 долларов можете купить и обеспечить себе хоть какой-то диагностический парк автомобилей, понимаете, который вы сможете смотреть. То есть у нас же видео не только про этот прибор V3, а еще и про другие. Про V3, с которого мы ничего не имеем. Даже если бы мы и хотели иметь, но даже мы вот хотим иметь, но китайцы с нами не разговаривают. Наверное, после того случая с Кингом, когда это все ему обернулось боком, то есть вы просили одно людям продавать, он продавал совершенно другое. Он до сих пор, наверное, обижен и не может оправиться от финансового удара, который он получил от своей глупости. То есть если человеку говорят, делай это, то вот получишь что-то, он делает все наоборот, естественно, он ничего не получает, как и в любом деле. Если я вас прошу подпрыгнуть, а вы ползаете. Ну, зачем? Я плачу за то, что подпрыгнуть. Понимаете, это грубое, глупое сравнение, но примерно это выглядит так. То есть, если ты клоун, давай рассмеши меня. Если ты меня не рассмешил, тогда я ничего тебе не заплачу. То есть, человек платит за удовольствие или за информацию. Здесь вы на нашем канале получаете какую-то правдивую информацию. Остальное все развод и шоу. Ну, многим нравится смотреть шоу. Ну, смотрите, нет проблем. Но научиться вы только сможете здесь, на этом канале, сами. Мы можем только чуть-чуть подтолкнуть там, или такие бывают ситуации непредсказуемые, помочь у них. Вот, можем это делать бесплатно, а можем вот так вот со своими рефералами, потому что у нас сообщество какое-то уже сформировалось, и эти люди все равно совершают покупки, и мы приучаем вас немножко к электронике, потому что уже автоэлектрика, такого понятия нету, есть автоэлектроник, то есть он должен все азы, основы электроники знать, и тогда уже ему будет легче стать автоэлектриком, потому что электронику, электриком стать, это, ну, я не знаю, там, пару книжек прочесть или пару полазить там по интернету и собрать информацию, тем более он будет знать, какую ему нужно информацию собрать. То есть с этим как бы все ясно. И на этом, наверное, мы с вами закончим наш видеообзорчик, хотя его нельзя назвать таковым. Но, во всяком случае, не может так дешево стоить рабочий агрегат. Вот, а у нас может, потому что мы этим занимаемся. И как бы ничего не накручивать. Если вы считаете, что он не может, тогда мы можем купить и перепродать его вам в 3 раза дороже. То же самое. Все у нас под видео написано, расписано, фотографии есть, что ссылать, как покупать, разжевано. Вот, остается только нажать перейти по ссылке, нажать жмяк, зарегистрироваться именно с ссылки и стать нашим рефералом, и все у вас будет нормально. Если у вас закэширован браузер, тот, к которому вы все время лазите в интернете, можно просто взять всю ссылку, поставить в какой-нибудь другой браузер и зарегистрироваться в VPN. Все, проблем нет. То есть вы будете потихоньку двигаться с нами, то есть сами с нами выше и выше, так сказать, все выше и выше. Ну, пока, короче, ребята.